Всем привет! Вы на канале Кадико ТВ, и сегодня у нас секретная распаковочка! Та-дам-там! Сейчас тебе в руки я дам кое-что, что ты, не снимая повязки, ощупаешь и скажешь, что же это есть. Что же это? Матрёшка! Правильно! Молодец! Снимай повязку! Матрёшка! Это самая известная русская кукла! Матрёшка считается исконно русским сувениром, который стараются привезти из России все иностранцы. Кать, а что ты знаешь про матрёшку? Матрёшка – это такая штука, которая открывается, а там щёки спрятаны. Правильно! Матрёшка – это полая, внутри деревянная ярко разрисованная кукла в виде полуовальной фигуры, в которой вставляются другие такие же куклы меньшего размера. А давай посмотрим, какие у неё внутри подружки! Давай! Правда? Да, смотри. И правда, разные лица. Поверни чуть-чуть. Да? Да. Вот такие разные лица. Хорошо. Та, которая большая, ставь ее в стороночку. А та, которая поменьше, залезай внутрь и смотри, что там. А лицо ко мне поверни. Еще одно лицо. У нее тоже разное. Ну ничего себе, дай я посмотрю и ребятам покажу. Вот. Правда разные? Да. Правда разные. Смотрите, ребята. Они правда разные. Ух ты, как будто бы сестренки, да? Да, как будто бы сестренки. Хорошо. Держи эту маленькую сестренку. А эту ставь рядом с большой. Вот, молодец. Тоже разные лица. Да, разные. Ставь большую к большим. А маленькую смотри, может быть, там еще кто-то есть. Хорошо, ставь рядышком и открывай, может быть, там еще кто-то есть? Да, есть. Ой, Роска! Там еще кто-то есть! Ну, она маленькая! Ты сначала закрой ту, поставь к другим подружкам. Ой, у меня лицо разное. И у этих разные. Да. Да что ж ты будешь делать, все разные. Ой, какие они по порядку идут. Это как дудочка. Сарик? Сарик? Там Сарик в матрешке. В матрешке шарик? Да. А он не должен там быть? А почему? Потому что они друг к другу собираются. Правильно, потому что матрешки делаются из дерева. Смотри, что там? Понятно. Смотри сюда. Так вот, делают матрешек из лиственницы, липы и осины. С
срубленных обязательно ранней весной. Смотри, что там! Древесина выдерживается 2-3 года, затем обтачивается на станках и тщательно обрабатывается. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И не забывайте на колокольчик, чтобы не пропустить наше видео. А можно еще одну посмотреть? Конечно, можно! Нет, теперь с другой стороны их ставь. Да-да, рядом с утенком. В этой молодице прячутся сестрицы. Каждая сестрица для меньшей темница. Матрёшка. Правильно! А вы знаете, как появилась матрёшка? Откуда она пришла к нам? От садика! От садика! В конце 19-го столетия в Японии какой-то мудрый мастер решил поместить несколько фигурок одна в другую. И это японская матрёшка представляла собой вставляемые друг в друга фигурки японского мудреца Фукурума, который был лысоватым старичком с головой вытянутой вверх от многочисленных раздумий. А сейчас у нас будет игра «Матрёшка». Японская фигурка совершила свое путешествие в Россию и была встречена с интересом. Токарь Василий Звездочкин выточил из дерева похожие фигурки, которые тоже вкладывались одна в другую. А известный художник Сергей Малютин расписал фигурку на русский лад. Это была круглолицая румяная девушка в цветастом платке, в сарафане и черным петухом в руке. Можете себе представить? Да. А вы знаете, откуда пошло название «матрешка», если кукла-то была японская? Это версия Кати. Однако исследователи матрешек ссылаются на то, что название происходит от женского имени